Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Актуальное интервью» на телеканале «Вектор». В нашей студии Елена Фанизовна Сергеева, председатель территориальной избирательной комиссии. Здравствуйте, Елена Фанизовна. Добрый день. Елена Фанизовна, на 9 сентября мы будем выбирать губернатора Тюменской области. Все ли готово для голосования? Большую подготовительную работу мы уже сделали. Подготовили избирательные участки. У нас избирательные участки принимают избиратели по досрочному голосованию. Мы широко проинформировали избирателей о предстоящих выборах. Это и наружно реклама и информирование в средствах массовой информации, в социальных сетях. Мы распространили информационные материалы поквартирно среди избирателей нашего города. Ну и, в принципе, сейчас мы уже выходим на финишную прямую. Нам остается буквально несколько штрихов. Это подготовка помещений для голосования к голосованию 9 сентября. И примем наших избирателей уже в воскресенье на избирательных участках. Елена Фанизовна, 29 августа началось досрочное голосование, вы о нем уже сказали пару слов. Сколько человек на настоящий момент проголосовали и что нужно сделать, куда обращаться тем, кто по уважительным причинам 9 сентября не будет находиться в городе? У нас 29 августа стартовало досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий. То есть те избиратели, которые по уважительным причинам не смогут прийти 9 сентября на выборы, они вправе проголосовать досрочно. Считаю, что это удобная возможность для наших избирателей, которые действительно по причине отпуска, командировки, либо режим трудовой или учебной деятельности и не смогут 9 сентября прийти. Наша избирательная комиссия принимает избирателей по досрочному голосованию в будние дни с 5 до 9 вечера, в субботу 8 сентября с 12 до 4 часов дня. И в эту субботу они тоже будут работать? И в эту субботу досрочное голосование у нас еще тоже будет продолжаться. На сегодня у нас проголосовало чуть более 100 человек. Елена Фанизовна, а если выезжают за пределы города, но в Тюменском регионе, скажем так, они могут на другой избирательный участок обратиться? Да, на этих выборах у нас применяется процедура голосования по месту пребывания. Что это значит? Если избиратель имеет регистрацию в пределах Янао-Хмао Тюмени, то есть говорим о нашем едином округе, и он выезжает с места своего жительства, но в пределах нашего округа. Конечно же, он может проголосовать за пределами места жительства при условии, что если он до 5 сентября в этой участковой комиссии по месту пребывания напишет заявление о том, чтобы его включили в списки избирателей по месту пребывания. То есть, по сути, такому избирателю дважды нужно будет прийти в эту участковую комиссию. Первый раз до 5 сентября для того, чтобы написать заявление о включении в списки по месту пребывания. Ну и второй раз уже 9 сентября для того, чтобы проголосовать. Я так понимаю, что этим правом могут воспользоваться и те граждане, которые в Губкинском в этот день будут находиться, но имеют регистрацию в Ханты-Мансийском автономном округе или Тюменской области. Да, действительно так. Жители Югры, Тюмени, либо других муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа, командировка, допустим, оказались у нас в городе Губкинском, да, могут у нас проголосовать, но при условии, если до 5 сентября напишут заявление. Заявление пишется лично в участковой избирательной комиссии. Какого-то определенного участка нет? Можно обратиться в любой, который находится поблизости? В любой, который находится поблизости и как удобно данному избирателю. Ну и второй раз уже 9 сентября он приходит на этот избирательный участок. Елена Фанизовна, давайте вернемся все-таки к коренным губкинцам, если можно так выразиться. Если человек в городе, но тем не менее не может попасть по объективным причинам на избирательный участок, как он должен действовать? Для тех избирателей, которые в городе и 9 сентября по уважительным причинам, действительно должна быть уважительная причина, часто это по состоянию здоровья, по состоянию инвалидности. И они не могут прийти самостоятельно в день голосования на избирательный участок. Традиционно применяется голосование на дому, вне помещения для голосования. Да? Голосование вне помещения проводится только 9 сентября, в день голосования на избирательных участках. Наша комиссия выезжает к таким избирателям на дом, и эти избиратели голосуют. Несмотря на то, что голосование на дому проводится в день голосования, заявление о предоставлении такой возможности мы уже принимаем, наши участковые комиссии принимают такие обращения, и такие заявления, обращения можно будет подать до 2 часов дня, 9 сентября. Подать можно либо устно по телефону, либо письменно в участковую комиссию по месту своего жительства.
Избиратель может подать лично такое обращение, может подать через иных лиц, которые вот ухаживают, допустим, за данным избирателем. Поэтому это все допустимо, это все применяется на выборах губернатора Тюменской области. Если возникают какие-то трудности в определении, допустим, избирательного участка или не знаете номер телефона своей участковой комиссии, то всегда можно позвонить нам в территориальную избирательную комиссию по телефонам 3-98-50 и 3-52-70. И мы всегда поможем, окажем консультацию. Насколько я знаю, по этим номерам телефона работает так называемая горячая линия. Вот звонят ли губкинцы и с какими чаще всего вопросами? Чем ближе ко дню выборов мы приближаемся, тем больше звонков поступает на телефоны горячей линии территориальной избирательной комиссии. Звонят губкинцы, звонят иногородние избиратели и спрашивают чаще, конечно, о том, как они могут проголосовать у нас на территории Губкинского. Звонят и спрашивают, что если у них регистрация, штамп в паспорте, допустим, в Кировской области, могут ли они здесь проголосовать, если у них временная регистрация. Наш ответ нет, потому что только жители Ямала, Тюмени и Ханты-Мансийского округа, то есть вот прописка в паспорте стоит, только они могут принять участие в голосовании на выборах губернатора. Елена Фанизовна, сколько у нас избирательных участков, как они будут работать в день голосования, и где можно посмотреть адрес и телефон, может быть, на сайте где-то размещены еще? Количество избирательных участков у нас традиционно 9, не поменялось. Места расположения избирательных участков все те же самые, что и были на прошлых выборах. Информацию о перечне избирательных участков, об адресах, о микрорайонах, которые закреплены за данными избирательными участками, а также номера телефонов участковых комиссий можно узнать в еженедельных выпусках нашей газеты. Эта информация там публикуется. Можно узнать и на сайте территориальной избирательной комиссии. Ну и по телефонам всегда можно позвонить и уточнить эту информацию у нас в территориальной комиссии. А на сайте не работает сервис найти избирательный участок по адресу? На сайте центральной избирательной комиссии работает интерактивная карта избирательных участков. Там в поиске можно набить адрес, да, и выдается избирательный участок. Можно будет найти и на этой карте. Продолжает свою работу сервис «Найди свой избирательный участок» также на сайте Центральной избирательной комиссии. То есть возможности предоставлено достаточно для того, чтобы все-таки избиратель смог определить свой избирательный участок по месту жительства. Все ли готово на самих избирательных участках? Проверяли ли предпринятые меры безопасности и доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья? В части предоставления доступа, обеспечения доступа для избирателей с ограниченными физическими возможностями, конечно, максимально вот из имеющихся возможностей такие условия предоставлены. На избирательных участках установлены и стационарные пандусы, где-то будут установлены мобильные пандусы. Это имеются и контрастные ленты на ступенях избирательных участков. Кроме того, на каждом избирательном участке у нас будут дежурить волонтеры, которые окажут ту или иную помощь для всех наших избирателей. Что касается мер безопасности? По безопасности. У нас на избирательных участках в день голосования будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, сотрудники МЧС. Кроме того, наши члены участковых избирательных комиссий прошли обучающий инструктаж по поводу действий участковой комиссии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Наши избирательные участки, они обследованы на противопожарную безопасность. Ну и в целом, на избирательных участках у нас еще будут установлены металлодетекторы на каждом избирательном участке. Таким образом, вот безопасность на избирательных участках, конечно, максимально будет обеспечена. Как будет выглядеть бюллетень? Сколько фамилий в списке? Избирательный бюллетень на выборах губернатора Тюменской области будет формата А4. Кандидаты будут располагаться в алфавитном порядке. Ну и в целях защиты избирательного бюллетеня от подделки типографским способом на лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня нанесена защитная сетка зеленого цвета. И на каждом избирательном бюллетене у нас будут по две подписи членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и стоять печать соответствующего избирательного участка. То есть достаточно серьезная степень защиты от подделок? На самом деле так, да, нельзя даже и откопировать, и просто использовать этот бюллетень потом в каких-то нехороших целях. Елена Фанизовна, что касается обеспечения процедуры голосования, это ваши специалисты участковой избирательной комиссии, сколько их
как они готовились, может быть, какое-то обучение? Вот вы сказали про инструктаж. Может быть, какое-то специальное обучение для них было организовано? Непосредственно процедуру голосования на избирательных участках у нас обеспечивают члены участковых комиссий с правом решающего голоса. Их у нас 90 человек. И перед тем, как выйти работать на избирательный участок, они обязаны пройти обучение. Такое обучение мы провели со всеми членами участковой комиссии в конце августа. Мы рассматривали какие-то теоретические, практические вопросы, вспоминали законодательство, потому что участковые комиссии в первую очередь, как организаторы выборов, должны знать об избирательном законодательстве. Ну и подготовленные наши члены участковой комиссии уже приступили к работе на избирательных участках. И впоследствии мы уже с руководством участковых комиссий еще собираемся на такие обучающие занятия непосредственно уже перед днем голосования. Резерв есть кадров у участковых избирательных комиссий? На самом деле не так просто попасть в нашу участковую избирательную комиссию. Чтобы попасть в участковую комиссию, нужно сначала попасть в резерв. Вот лица, зачисленные в резерв, они тоже проходят у нас обучение наравне с членами участковых избирательных комиссий, потому что если член участковой комиссии выходит из состава избирательной комиссии, то мы обязаны назначить резервиста из лиц, вот, зачисленных в резерв. И, конечно, он уже должен быть обучен, должен понимать, какая работа проводится на избирательном участке. Будут ли работать на этих выборах наблюдатели? И что нужно сделать для того, чтобы стать наблюдателем на выборах? Наблюдатели будут у нас работать. Законодатель предоставляет такую возможность для наблюдателей. Будут работать по времени наравне с членами участковых избирательных комиссий. Они могут приступить к своей работе за час до открытия избирательного участка. И, как правило, они находятся весь полный день на избирательном участке и уходят, когда получат копию протокола участковой комиссии об итогах голосования. Елена Фанизовна, сейчас проходит период предвыборной агитации, все ли спокойно, как все проходит? Хотела бы сказать вот по поводу предвыборной агитации, чтобы и наши избиратели тоже понимали. Для того, чтобы предвыборная агитация проходила в соответствии с законом о выборах, мы, территориальная избирательная комиссия, обратилась в органы местного самоуправления, в частности, в администрацию города. Администрация города издала нормативно-правовой акт, в котором определила определенные места для размещения печатных агитационных материалов наших кандидатов. У нас 9 избирательных участков, и в границах каждого избирательного участка имеется одно такое место. И вот задача кандидата, конечно, попасть на этот агитационный щит. А вот что касается расклейки в иных местах, то здесь уже зона ответственности правоохранительных органов. Ну, могу сказать, что на сегодня жалоб и обращений на проведение агитационных каких-то мероприятий в избирательной комиссии не поступало. Елена Фанизовна, вы уже отметили, что вы проводите работу по информированию граждан о том, когда будут проходить выборы, и о самой процедуре, как проходят встречи. Информируем наших избирателей разными методами. Это и наружное информирование, все мы видели большие билборды, это и на остановочных комплексах размещена информация о предстоящих выборах. Это информирование через средства массовой информации, информируем и через социальные сети. Наши участковые избирательные комиссии дважды прошли по квартирам наших избирателей, распространяли информационный материал о порядке голосования, приглашали избирателей для уточнения списка избирателей. Вот буквально вчера у нас закончился поквартирный обход, где избирательные комиссии приглашали наших избирателей принять участие в выборах 9 сентября. Но, как правило, этого оказывается мало, и мы, избирательная комиссия, совместно с органами местного самоуправления проводим еще информационно-разъяснительные встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций нашего города. Разъясняем о порядке голосования, не только о том, что 9 сентября состоятся выборы, но и в эти выборы ведь у нас применяется и процедура досрочного голосования раз, и голосование по месту пребывания два, ну и традиционно это голосование вне помещения избирательного участка. Об этом мы рассказываем, ну и хотелось бы, чтобы и руководители предприятий, организаций доводили эту информацию, в том числе, опять же, до своих сотрудников и рассказывали о том, что все-таки 9 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области. Елена Фанизовна, следует ли и есть ли возможность еще у граждан уточнить информацию о себе в списках? И если эта работа завершена по формированию списков, то сколько у нас избирателей?
Списки избирателей мы передали на избирательные участки уже 29 августа. И с этого момента, с 29 августа до дня голосования по 8 сентября включительно, каждый избиратель вправе уточнить сведения о себе. Включен ли он в списки избирателей, на своем ли избирательном участке и так далее. То есть нужно будет обратиться в свою участковую комиссию и уточнить сведения о себе. Избирателей у нас чуть более 16 тысяч. Вот сейчас конкретно сказать не могу, потому что сведения об избирателях мы уточняем в ежедневном режиме по прибытию, убытию. У нас идет досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. То есть мы получаем информацию о наших избирателях, которые проголосовали в иных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа, к примеру. То есть такая работа ведется и будет вестись нами вплоть до дня голосования 8 сентября включительно. А 9 сентября можно будет, скажем так, сразу на месте уточнить информацию, что делать, если не оказалось человека в списке избирателей? Конечно, можно будет уточнить и в день голосования. Необходимо с собой взять паспорт. Паспорт гражданина Российской Федерации, и, конечно же, чтобы в паспорте стояла прописка. Прописка по месту жительства. Это и будет являться достаточным основанием. В случае, если не оказалось избирателя в списке, то он будет включен на основании паспорта и прописки, которая там стоит. Елена Фанизовна, на предыдущих выборах было несколько по-иному организовано само участие в голосовании в той части, что не по фамилии нужно было искать себя в списке, а по адресу прописки. В этот раз мы, придя на избирательный участок, на что должны будем обратить внимание? В этот раз, придя на избирательный участок, вы будете обращать внимание на буквы. Все наши списки построены таким образом, что по алфавитному порядку, да, наши избиратели видят свою буковку, подходят к этой букве и, как правило, находят себя в списке избирателей. Елена Фанизовна, коль заговорили о предыдущих выборах, какова была явка в марте этого года и какую ожидаете сейчас? Не повлияет ли на явку то, что у нас вроде как на севере еще и период отпусков не у всех закончился? Выборы президента Российской Федерации – это главные выборы нашей страны. Там явка составила чуть более 80%. Могу сказать, что на выборах губернатора Тюменской области в 2014 году явка в Губкинском составила чуть более 48%. Могу сказать, что вот период отпусков как раз выпадает на этот период, да, он, скорее всего, скажется на этом процессе и повлияет на явку избирателей, потому что, ну, вот с личными причинами это, конечно, тоже можно связывать, потому что наши избиратели только возвращаются с отпусков на Ямал. Ну и, конечно же, не стоит исключать из этого процесса какие-то политические моменты, идеологические, и это, конечно, все будет учитываться и в дальнейшем анализе после того, как выборы пройдут. Ну, главное, чтобы здесь присутствующие на Ямале в эти дни проявили гражданскую позицию либо досрочно, либо в день выборов пришли на избирательные участки. Конечно, для наших избирателей предоставлено достаточно возможностей для того, чтобы можно было реализовать свое активное избирательное право. В случае, если избиратель знает, что 9 сентября не придет, да, на избирательный участок, есть возможность проголосовать досрочно. И достаточно удобный график наших участковых комиссий. То есть после работы можно зайти и проголосовать досрочно, если имеются на то уважительные причины. В день голосования наши комиссии будут работать с 8 часов утра и продлится голосование до 8 часов вечера. То есть спокойно можно будет и в воскресенье прийти проголосовать. Ну и если человек заболел, то, конечно, голосование на дому никто не отменял. И этой возможностью тоже можно будет воспользоваться до 2 часов дня 9 сентября. Такое обращение можно подать в свою участковую комиссию. Елена Фанизовна, у вас есть возможность обратиться ко всем избирателям. Уважаемые губкинцы, приглашаю вас принять активное участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области. От того, кто встанет у руля такого сложно устроенного субъекта, напомню, все мы проживаем на территории Тюменской области, которая включает в себя и Ямал, и Ханты-Мансийский автономный округ. Так вот, кто будет руководить таким сложным субъектом, впоследствии зависит и судьба каждого из нас. Уважаемые губкинцы, приглашаю вас принять активное участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области. Спасибо, Елена Фанизовна. Уважаемые телезрители, вам спасибо за внимание. Увидимся на избирательных участках.